Впервые за историю украинского футбола в Киеве прошли финальные игры турнира Христианской лиги чемпионов. После напряженных состязаний стала известна сильнейшая команда среди христианских футбольных лиг Украины. Соревнования проводились под эгидой Христианского футбольного союза Украины. Сейчас, на данный момент, в Украине существует 9 христианских лиг. В каждой из этих лиг принимают участие в соревнованиях от 15 там, до 30 команд. Да, это в первый раз, но мы надеемся, не в последний раз собираются чемпионы христианских лиг. Плюс мы пригласили тоже христианские команды, которые занимаются служением через футбол в своем городе. Это могут быть детские школы, это могут быть сильные аматорские футбольные христианские клубы. За звание лучшего из лучших боролись 12 команд из Днепра, Харькова, Одессы, Львова, Киева, Житомира, Винницы и других городов Украины. Здесь все, как и в большом футболе. Нерушимые правила, сильные игроки, ожесточенная борьба. Далеко не все игроки команд-участников – христиане. Но организаторы утверждают, что футбол – сильнейший инструмент для благовестия. Это одна из целей, наверное, организации такого турнира – это влиять через непосредственно проповедь слова, через отношения на поле, через личный пример. На данном турнире есть несколько возможностей у ребят услышать Евангелие. Это в личной беседе, здесь много христиан. У нас есть капелланы, мы пригласили специально с школы капеллан. Ребят, также выступали интересные гости, которые делились Евангелием. Возможно, для Украины спортивный капеллан еще новое понятие. Но на Западе команда не выйдет на поле без своего духовного наставника. Задача капеллана – это быть рядом с командой и помогать справляться с нагрузками, которыми испытывает спортсмен во время соревнований. И через всю вот эту атмосферу спортивных соревнований нести правильный взгляд на спорт и правильное понимание Бога. В финал вышли победители футбольных лиг из Днепра и Винницы. Кубок чемпиона достался команде «Металлист» из Днепра. Мы долго шли к этому такому событию. Мы просто аматоры. У себя в городе, в Днепре, мы играем на первенство области. Получать от этого большое удовольствие, мы его сегодня получили выше крыши. Первый турнир чемпионов позади, и радость победителей не сравнить ни с чем. Организаторы надеются, что подобные мероприятия помогут развиваться христианским футбольным лигам, и все больше ребят будут вовлечены в христианское общение благодаря футболу. Мария Курбатова, новости CBN Украина.